Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с наступающим чудесным, великим христианским праздником Рождества Господа нашего Иисуса Христа и с наступающим Новым Годом. Это замечательный праздник, который празднуется во всем мире и, конечно, в нашей стране, когда многие люди стремятся прийти в церковь, в храм, в дом молитвы, чтобы помолиться вместе, воспеть младенцу Иисусу, послушать Слово Его, еще раз услышать евангельское повествование, для чего пришел Христос, что Он нам принес. И поэтому приглашаем вас отпраздновать этот праздник вместе с нашей церковью «Благая Весть». Мы делаем богослужебное собрание 7 января в 11 часов. Будем рады видеть всех вас на нашем празднике. И пусть Господь благословит вас в этом новом году, любить Его, служить Ему, изучать Его Слово и всем возвещать о том, что в мир пришел Спаситель, что Он готов спасти каждого человека от грехов его. Будьте благословенны. До встречи 7 января.